Каждый новый мусорный контейнер обошелся в 89 тысяч бюджетных денег. Вместительность нового евроконтейнера больше старого на 350 килограмм. Специалисты утверждают, что четырехколесный мусорный контейнер легко передвигать и разгружать в спецмашину. Евроконтейнеры пришлись по душе и местным жителям. Красивые и удобные мусорные контейнеры. Просто это очень удобные эти новые мусорные площадки и новые евроконтейнеры. Власти города в надежде войти в ряд «Чистый город страны» проводят множество различных акций. Но далеко не все они эффективны. В четырех районах областного центра работы по борьбе с мусором и стихийными свалками предостаточно. Договор с обслуживающими компаниями у нас был заключен до Нового года, сроки истекли. Сейчас ведутся работы по заключению новых договоров. После того, как договор будет заключен, работы возобновятся. Только в Ембикшинском районе имеется более 120 мусорных площадок. 98 из них уже переоборудованы под новые евроконтейнеры. В этом году в районе планируется обновить еще 8 мусорных площадок. Но и здесь без проблем не обошлось. В некоторых микрорайонах элементарно нет доступа спецтехники к мусорным контейнерам. Помехой являются и узкие улицы, и застроенные объектами недвижимости подъезды к контейнерным площадкам. Таких дворов специалисты насчитывают более 20. Это требует скорейшего решения. В ином случае дворы рискуют остаться погребенными мусором. Бахром Абдуллаев, Ильдар Жунусканов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Утрар».